Здравствуйте, друзья! Приглашаю вас на урок шитья. Сегодня для этой модели, нашей прекрасной Барби, я пошью новый наряд. Этот новый наряд будет практически в черных тонах. Я воспользуюсь вот этим платьицем, которое я пошила. Где-то месяц назад видео есть, можете посмотреть. И к этому платьицу я буду шить вот такую юбку. Вначале надо пошить из фатина подюбник. И потом вот в два слоя будет у меня вот такая юбка широкая солнце-клёш. Пошью юбку из вот такого фатина. Он такой жесткий и будет как раз хорошо смотреться на Барби. Здесь немножечко, всего лишь 80 сантиметров. Я его сложила вдвое. И теперь прострочу. Или руками, или машинкой, я прострочу два ряда в самом конце. Вот здесь с краю прострочу два ряда. Ну, где-то на расстоянии 2-3 миллиметра ряд от ряда. И тогда сделаю вот такую сборочку. Так, это у меня верхняя юбка. Середину я еще на талии не вырезала. Это можно сделать попозже. Вот так вот будет смотреться. И под низом будет юбочка, подюбник. Ну что ж, идея у меня хорошая. А вот как воплотиться в вязании, в шитье, я потом вам покажу. Вначале я буду делать подюбник. Перед тем, как прострочить, я сколола для того, чтобы эта ткань никуда не съехала. Итак, я прострочила. Вот видно, что я две строчки проложила. Разделила ниточки. Одну часть я сейчас завяжу. Вот так. Чтобы они мне не мешали, я их отрежу. А вот это я буду подтягивать. Одновременно две нити. Чтобы эти две нити у меня не съехали, я их вот так вот закреплю узлом. И вот теперь аккуратненько, не спеша, все 80 сантиметров ткани я соберу. Так, а мне ж надо знать, сколько собирать.
Значит, юбочка будет не на талии, а она будет немножечко где-то на сантиметр ниже талии. Вот теперь мне надо узнать, сколько это сантиметров. 13 сантиметров. Вот на 13 сантиметров я и соберу ее. На 13 сантиметров. Итак, друзья, я сделала эту работу. И вот получается 13, ну почти 13 сантиметров. Теперь я между вот этими двумя строчками еще раз пройдусь швейной машиной закрепить вот эти наши складочки. Вот так смотрится теперь этот подъюбник. И застежечка. Застежечка будет кнопочка. И вот это лишнее я срежу, чтобы вот эти вот ткань вот эта не торчала, как щетка. Подъюбник готов. Пришила кнопочки. Обрезать все ниточки, которые мне мешают. С небольшим заходом. Вот так будет смотреться юбочка нижняя. И все благодаря тому, что вот такой фатин жесткий. На мягком фатине она бы так не смотрелась. Но с мягкого фатина будем шить юбочку. Складываю вместе две юбки, два вот таких больших круга. И теперь определим, где будем делать талию. Вот наша талия. Должна быть 18 сантиметров или 17, 17 с половиной, 18. Сделаем на 17. Теперь очень просто. Сколоть вот так две юбки.
Где наши 17? Вот приблизительно 17. Дадим 18. И вот на вот здесь мы обрежем, сделаем талию. Талия, конечно, будет очень-очень большой, поэтому мы еще раз делаем сборочку, будем собирать. И что я еще сделаю? Так я разрежу. Юбочка у нас будет с разрезом, полностью с разрезом. От начала до конца. Так будет удобнее одевать кукле. На куклу удобнее будет одеваться. Теперь я скалю здесь талию. И точно как на подъюбнике сделаю такую сборочку. На линии талии я сколола, соединила две юбочки. И теперь проложу две строчки. Итак, я прострочила всю талию. И процесс тот же самый, как и на подъюбнике. Выбираем две ниточки. Желательно с одной стороны и с другой стороны. Эти нитки будем затягивать. Так. Но перед тем, как затянуть, надо измерить нашу талию. Хотя я знаю, что талия здесь будет у меня, если тугенько, это будет 11 сантиметров. Ну и чтобы не сильно было узко, где-то 12, 11,5. Вот на 11,5 или можно будет сделать стяжку. Одиннадцать. И вот я собрала талию. Теперь померяем. Получилось 12, потому что юбка будет немножечко так заходить, полочка на полочку. Обрезаем все нити. Потом еще раз обрежем аккуратненько. И теперь надо оформить на талии пояс. Так, я приготовила для пояса вот такую черную резину. Четырнадцать сантиметров у меня. И теперь я вручную буду вот так пришивать. Ну вот, друзья, а юбочка готова. Вот пришила я такой пояс. Пришивала я вручную.
иголкой и ниткой. Много сборочек, красивых борочек. Застежка, кнопочки. Одна, правда, кнопочка. Вот с таким небольшим заходом. И теперь можно будет примерить на нашу Барби. Очень хорошо, что разрез сзади и на юбочке, и на подъюбнике. Вот теперь так смотрится. Получается очень-очень пышная. Ну, очень даже пышная. Хотя и прозрачная. Она двойная. И все равно она прозрачная. Но под низом у нее платьица одета. Ну, пусть ножки будут немножко голые. Видны, просматриваются еще и ножки. Подъюбник немножко надо подымать. Что ж, друзья, если мое видео вам понравилось, я буду вам благодарна, если поддержите мой канал лайками и комментариями. До новых встреч!